Ну что, ребятки, всем здорово, бойцы, гонщики. Мы продолжаем проходить Need for Speed Most Wanted. И в предыдущей серии меня, конечно, прижали. Прижали, блядь, жестко, извините за мой французский. Первый раз меня поймали, но мы не расстраиваемся. Кстати, давайте погоняем уже на этой тяжке. И продолжаем дальше про черный список. Сегодня нам нужно вырвать... Вырвать нужно сегодня 7, мать вашу, побед. Мать вашу, побед. Вот, не знаю, мы, наверное, всю серию как раз и будем эти 7 гонок проходить, потому что гонки как-то очень долго проходятся. Смотрите, ТТшка, видите, ТТшка топ, ТТшка вообще стартует только так. Так, уже чувствуется, что после ламбы как бы это немножко туже идет. Туже. И даже и по скорости, и по управляемости. Ты ж, бля, чуть не влетел. Ух ты, это чуть не влетел. Вот это там Порш дал. Или что это? Что это было? Или это тоже ТТшка была? Непонятно. Бля, иди нахрен. Иди нахрен, иди нахрен, иди нахрен. А, вот и... Ну я же спец по этим радарам, поэтому я должен все равно выигрывать. У-у-у, наши дорогие первоуровневые копы, которые нихера, блядь, не могут. На чё? На Порше? А, это, наверное, про этого просто первого заметили. Блядь, С-44, это вообще дерьмо, блядь. Сколько ты вообще плюс сотка едет? Ебануться, Игорь. Игорь, ты чё? На! Раз, два, три, кавычка, блядь. А? 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 Блядь, там один чувак так вырвался. Жесть, всё, уже не вырвался. Уже его вырвали. Бля, я вообще забыл. Я вообще забыл, что это уже... Охуенно ему помог, класс, просто зашибись. Я вообще на последнем месте. Зашибись, блядь. Вот, вот и спец по радарам называется. Это называется спец по радарам номер 2. Фух. Пусть эти дебилы едут туда. А я их сделаю вот здесь. Я понял, что туда нельзя, ну, не нужно ехать. 250 нормально, более-менее. Ну, все относительно, конечно, тех рычков. Я на первом месте уже. Так, сейчас будет опять радарчик. Хорошо. Просто вроде я на первом месте. Ого, я еще нормально так вырвался. Я не знаю, говорю, я же спец по радарам. Сука. А, там еще есть впереди один. Я не знаю, что случилось. Я был вообще на последнем месте. Как я, блядь, вырвался, я не знаю. Ну пусть будет. Кстати, смотрите, огоньки во время гонок вообще слабо набираются. Да, пацаны, на ТТшке уже сложно. Сложно ездить уже. Ох, сейчас будет мощно. Сто один, хорошо. Посмотрите, посмотрите, я на 200 км в час их опережаю. Я чуть, блядь, не в угол только что не въехал. Бля, еще от копов отрываться сейчас. Так, пацаны, секундочку. Пацаны, у меня просто садится камера, сорян, я сейчас подойду.
пацаны, сорян. Я видел, думал на кухне. Я что-то завтыкал сразу зарядку поставить. О, увидите мое голое пузо. Так. Так. Что, есть? Заряжается или нет? Ну, заряжается. Пошла зарядочка? Пошла, родимая, простите. Все, на месте. Камера пишет. Пишет. Хорошо. Бля. Сорян, это мой косяк, пацаны, это мой косяк. Не углядел. Не углядел. Ну, перемотайте немножко по 10 секунд. А нет, интересно. Смотрите. Так, камера пишет. Все пишет. Отлично. Поехали. Так, все, мы первые, но теперь нужно отрываться от копов. Давайте отрываться. Слишком долго не будем ездить, потому что не то смысл нам уже этим набивать. Вот видите, когда не надо, они их, блять, они где-то уже берутся повсюду. Да они нахрен не надо. Да, ВТП, еще мне только первого уровня коп не арестовывают. Корветы нас, конечно, подбили, но, пацаны, я еще с корветом реванш возьму, потому что нужно будет еще рейтинг набивать на третьего номера, на четвертого там и так далее. Блять, да ты сдохнешь или нет? Блять, забрал, сука. Все, отрыв. Может, не отрывешься. Ого, я первый раз слышу, чтобы этот коп так кричал. Все, супер. Поехали дальше гоночки проходить. Поехали дальше гоночки проходить. Ебой. Че у нас дальше по гонкам? Давайте еще раз вот эти вот. Я говорю, эти быстренько сейчас пройдем. Три прям сразу. Радарчики. На радарчиках я чем? Но пока что, лично по управляемости, как это все чувствуется, то больше всего удобнее, конечно, на ламбе кататься. Какие твари, блядь, смотрите, что творят. Смотри, этих дебилов, смотри, этих дебилов. Смотри, что происходит, смотри, блядь, я еще такого не видел. Я еще такого не видел, это пиздец какой-то такой, что был. А чё такое сейчас случилось? Чё это было такое, что видели? Вот, про что я говорил. По удобствам сейчас ламба на первом месте. Потом идет, конечно, это. ТТшка, а потом Астон Мартин уже. Смотрите, блядь, эти сумасшедшие вообще какие-то воины, блядь, света. Воины света, я говорю вам. Такое творят, блядь, такое чудят. И 68, отлично. Хорошо. Че, ничего, я их сейчас еще догоню. Я их сейчас еще догоню. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дебил. А, дебил. Ей, я на первом. Спасибо, спасибо, Маздочка, что подбила. Вы такие идиоты. Вы какие-то сумасшедшие, блядь. Вы бьете друг друга. Машины, им тоже насрать, они прям как я, им насрать тупо на машины, они как терминаторы прорываются, блядь, сквозь этих. 277, почти 300-очку поехал. Жестко. Так, пацаны, я отстаю, я на третьем месте, сука. Но я приеду. Приеду первый на финиш.
253, мало, сука, очень мало. А, я все равно на первом, смотрите. Они там тоже сбились. Блять, какие же вы... Да, да. Копа уже без копов в этот раз. Вот, по поводу рейтинга, типа, кросса, я уже видел, сразу после прохождения посмотрел, как машина кросса выглядит, но не увидел, чтобы там какие-то бонусы давали за эту машину, но не суть, может, я протыкал. Вот, это раз. Во-вторых, мы еще с кроссом посоревнуемся, когда я буду проходить, говорю, на рейтинг третьего там этого, ну, сейчас четвертый, ну, и мы, по сути, уже рейтинг выполнили, нету смысла нам вот это гоняться сейчас против... Против корветов этих. Вот зачем, если будут. О, блять, спасибо. Если будут еще гонки на рейтинг. В следующих, например. Еще у нас четвертый, третий, второй и только потом Razer. Понятно, то есть еще трое впереди. Кроме Razer. Вот, Razer четвертый. Поэтому, пацаны, мы еще кросса успеем захерячить. Успеем и корветы захерячить, успеем от них сбежать, потому что сейчас у нас с корветом счет 1-0, че 0 в 1 в их пользу. И они меня слили, поймали. Никакие другие копы меня не побеждали, никакие другие копы меня не ловили, кроме вот этих корветов. Корветы, считай, сразу же первая попытка, и с первой попытки они меня поймали, суки. Ну это такое, пацаны, это такое. Говорю, мы еще реванш свой... Мы еще реванш свой возьмем. И еще не раз от этих корветов убежим. И кросса, что самое главное. Принципиально, кросса. Кроссу не слить. Принципиально. Хорошо. Вот это вообще прям хорошо вырвался. Этот вырвался, это на Ламборгини он, или на чем? О, блядь, это я это, и слушайте, мне еще нормально засчитали, потому что там пацаны вообще по 60-ке мы ехали. О, а вот Ламборгини. Не Ламборгини поехал. То была не Ламборгини, пацаны. Ой, бля, ой, бля. Бессмысленно, да, мне? Все равно на первом. Я не знаю, как так получилось. Да. Ладно, давайте теперь на Астон Мартине погоняем. Говорю, смотрите, видите, самый слабый Астон Мартин, точнее. ТТ-шка самая слабая. Хотя нет, но она как раз. Получается, управляемость лучше в Астон Мартин плюс емучку, ускорение Астон Мартина, а максималочка в ТТ-шке. Ладно, но это мы еще не улучшили нашу ТТ-шку до конца. Мы, кстати, можем ее улучшить. Давайте пару гоночек пройдем и улучшим ТТ-шку до конца. Так, у нас три гонки уже есть. Уже есть три гонки. Давайте вот это газанем. Вот это газанем. Две штуки. Вот этих, они, конечно, скучноваты, пацаны. Но если что, можете перематывать, чтобы вот это не смотреть. Ну, по управляемости, ну да, он должен быть лучше такой. По управляемости написано, что сравни Ламборгини. Сейчас уже стал наш Астон Мартин по управляемости. Не знаю, насколько это правда. Ух, бля, я думал, сейчас провалюсь нахрен. Но по ощущениям, ну за счет того, что скорость максимальная меньше, да? Как-то такое чувствуется. Чувствуется именно управляемость, может быть, знаете, написано по бумаге, что... Хорошая управляемость, но габариты очень в Астон Мартин, она такой, знаете,
Этажка маленькая, такая проворная, как бы, хотя написано, что управляемость послабее. Но по сути у нее даже лучше, или такая же. Насчет того, что этот Астон Мартин такой огромный, длинный, блядь, как Кадиллак какой-то. Сложноват, сложноватым управлением. И сложновато, чтобы его назвать какой-то топовой тачкой. Сделать прям своей основной. Он, конечно, мне по внешке нравится, безумно, но говорю, вот с ТТшкой мы угадали прям, когда взяли ее в основу. Астон Мартин, ну, типа, он как бы хороший, мне нравится, как выглядит, как он выглядит. Но, блин, все равно. Какой он. Если сама по себе просто, ну, как и везде, как и в жизни, правильно это сделали, что каждая машина тоже по-своему ощущается. Поэтому. Ой-ой, здесь такое ответвление, охренеть. Разные дороги. Прям супер сделали, прикольно. Говорю, было бы сложнее в эту игру играть, если бы не было вот этих вот, ну, оранжевых указателей. И можно было поехать по неверному пути. Не знаю, зачем им это. Просто сложнее было бы проходить. Помнички, игрокам бы усложнили жизнь. Так, но зато типа чувствовалось бы, что какая-то есть более свобода. Так как так есть уже, по-моему, в современных гонках. 2005 год. В современных гонках. Это как этот мем. Комп, который тянет, да, все игры. У меня, ну, все, ну, понятно, они не на максимальных настройках, там, на средних или на низких. А мы играем Need for Speed 2005 года, который тянулся и на моем старом ПК. Ну, это такое уже. Ну, блин, ну, классик, классика. Мне, честно, думал, Need for Speed, ну, типа... Такой этот не очень зайдет, но он мне что-то заходит 2005 года. А современные гонки вообще, наверное, круто зайдут, потому что там и графика, и машины разные, и лучше машины, и уже кастомизация должна машине еще лучше быть. Мне еще, знаете, какая гонка нравилась? Это Need for Speed The Run. Да. Потому что там типа вот эта гонка от Лос-Анджелеса или от Сан-Франциско, по-моему, до Нью-Йорка. Это прям вообще бомбически, там прям по сюжету как бы все развивается. Прям как получается сюжет фильма, смотришь, какой-то форсаж. Там даже за персонажа можно бегать, нужно кнопочки нажимать. Прям вообще не похоже на Need for Speed. Но этим она и, ну, как-то отличается и очень прикольная. Хотя, по-моему, ее захейтили все. Не знаю почему, игра реально классная. Так. Есть, пацаны, прошли. На... Я разбил для вот этой эпичной картинки. Так, полиция крутей, следи за индикатором базы Кутряков, присваивает тебе. Если до 5, то тебя возьмутся всерьез. Тебе предоставлены с вертолетами, бронированными джипами. Что хуже всего, с равными бросами ребятами, светы и сидя. Да пусть будет, бля, я уже знаю, что этот класс конченый ездит. Пусть себе ездит, мне то шо. Мне то шо, я же шо, я же нормальный пацан. Мне то шо. Шо-шо, не шо. А. Погнали. Вот этот пройдем сейчас. Давай, родной, топи. Астон Мартин, чего же ты, братка, мнешься? Да че ты, блядь, че ты сюда вообще едешь, ты, сука, конченый. Селюк, блядь. На этой машине. Че ты вообще здесь было? Че ты вообще здесь делал? Не, ну серьезно. Они же не ездят по этим сокращенным путям. Я в шоке. Я в шоке. О, вот это сокращалочка. Сокращалочки просто супер. Вот эти плюс 20 секунд. Насчет этих сокращалочек. Бля, копы. А. Это первый уровень, поэтому я сейчас быстренько оторвусь. У меня после каждого босса огонек падает. Не урезался. Да не, ничего там не связано. Ух, блядь. А что не было замедлялочки? Ну и хорошо. И так много времени потеряли. Так. Ох, сейчас будем через этот парк конченый ехать. А не через этот. Где, помните, где эти боссы? Босс этот. Кто, какой это босс? Этот Вебстер, блядь, конченый. Который сам себе сделал за подляну.
выбрал трассу, одинаковые трассы, и ездил дебил по этому парку, и каждый раз в дерево врезался, вот конченый. Я за счет этого легко у него победил. Плачет я опять. Ой-ой-ой, это вообще сокращалочка. Огонь, огонь, огонь. Смотрите, главное на эти бочки не попасться, а то можно взорваться. Вот эта сокращалочка была у него. А что, копа не будет? Ну не будет, так не будет. А шо? А шо, да ничего. Пусть их и не будет, блядь. Сколочь бы я вообще уже управлять научился. О, будут все-таки, сука. А-а-а! Страшно, вырубай, блядь. Коп на месте. С указанным приметом. Конечно, указано. Я за себя еду 300 км в час. Он говорит, вижу машину. Поедем через каменные туннели. Зашибись. Зашибись. Опа, сократили путь. Вот хитрон. А ты что, блядь, здесь выехал? Хитрончик. Полицейский. На завод, это завод, его после вы на Венсе не были, это завод, блядь, это так херня какая-то. No. Пацаны, вы на Венсе не были. Это был завод. Этот поворот знакомый. Поэтому. Поэтому с этим поворотом я уже знал, что здесь он будет, поэтому я с ним без проблем справился, поэтому я зашибись. А ты шо, нашел меня, молодец. Чё это только что было, какие-то текстуры залаганные были. Залаглиные. Опа, нашли меня, молодцы. Плюс 30, почти плюс 40 секунд. Зашибись. Я вообще на изи это прохожу. Эти радарчики, вот спринты для меня. Тяжелые, говори. Конечно, когда там реальные игроки, ну как реальные боты. Когда другие на тачках, но не забывайте, что эта игра поставлена так, что типа, ну я имею в виду вот этот режим с ламбаунами, типа он поставлен так, что как бы мои соперники за эти секунды тоже проходят, а я как бы должен, ну по сути быстрее их пройти или так же. Ладно, спринт конечно сложнее, потому что там еще машины могут тебе мешать, как бы закрывать проезд и так далее. Бля, сейчас от этих дебилов отрываться. Ну ладно, сейчас от них быстро оторвусь. Смотрите, одного сейчас собью нахуй. Блять, так хотел его сбить. Не получилось. Че, потеряли меня? Попробуй. Бля, кстати, здесь никогда не был, пацаны. Не, был. Станешь? Блин, я постоянно думаю, что я здесь провалюсь. Провались она пропадом. Пропади пропадом или провались пропадом. Вот это я красиво ушел. Ха-ха. Не, ну это конечно, конечно. Так уйти, блин, это нужно уметь. Блин, что это? Еще один, сучка. Ушел, все, я только искал эту нычку какую-то. А он уже ушел. Так, ну чё по обедам? Чё по гонкам? 5 уже пройдено, пацаны, еще 2. А, 2 несчастные гонки. Ну давайте опять этот радарчик. А потом какое-то одно набывание уже на ламбе заново, чё ты? Ах. Главное, что опять копов не было. А то мою тачку уже, видите, запомнили. Опомнись. Давай, давай, давай. Газуй, газуй, газуй.
Астон Мартин. Главное, главное здесь в радарах, знаете, что я понял, этих шлагбаумов. Самое главное, это идеально пройти до первого шлагбаума. Чтобы максимально себе времени на запас накопить. А потом уже, чтобы оно сыграло тебе на руку, когда там врезался во что-то или задержался. Да, ты в любом случае успеешь. А то вот это самое опасное. Первый шлагбаум. Видите, он далеко, кстати, минуту с чем-то дают. Это как бы специально для усложнения. Потому что игра сама знает, что первый шлагбаум самый важный. А чем дольше до него, тем больше шансов во что-то врезаться. И тем... И чем позже к нему приеду, тем меньше у меня будет дополнительного времени. И значит, тем сложнее мне будет до следующих добраться. Игра прошарена, молодец. Да я тоже. Не насрать. Вдруг там копы сзади. Я на всякий случай скинул им эту бочечку. Так, 29 секунд. Шлагбаума не видно. Так. А, вот это шлагбаум. Хорошо. Я уже думал, что он вообще... Ненароком подумал, что этот шлагбаум будет очень далеко. И думал, что я уже не успею. 9, 11, 10 секунд плюс. Хорошо. Это более-менее... Это более чем приемлемо. Приемлемо. Давай, 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 бля. Газуй, газуй, газуй. Окей. Главное без копов, пацаны. Что опять не тратить время на, ну, не, и не отрываться. Первого уровня, конечно, второго это на изичах вообще. Их отрываться. Но все равно. Время какое-то тратится. Так, 20 секунд, шлагбаум есть. Да. Кстати, всегда проезжали прямо, ни разу сюда. Давайте сюда попробуем. Хорошо. Проехали. Кстати, даже не знаю, дольше ли туда, потому что там вниз и в горку тоже скорость теряется. Здесь просто по дуге такой небольшой, а поворот небольшой, скорость почти не теряется. Поэтому я, наверное, сюда прямо быстрее будет. Опа, опа, по сокращалочке, опа. Красота. Бля, чуть мечку не въехал. Сами понимаете. Мечку въехать, когда копов нету, бессмысленно. А скорость потеряется. Кстати, действует этот... В этой игре действует лайфхак из ТикТока. Типа, если хотите, например, направо повернуть, сделайте рывок влево и резко направо, так типа... Поворот направо увеличится. Только что, кстати, так попробовал. Вроде бы реально работает. Это этот TikTok Илюша Хелп придумал. Может кто-то его смотрит. Прикольный чувак. Так, все, вот и финиш, дорогие друзья. И мы прям бах, красиво, красиво боком, валим боком. Все, осталось последний мудак. Давайте его на ламбе быстренько сделаем. Это ламба Галанта. Просто почти максимальный. Все у него максимально почти. Последняя гоночка. Давайте какую-то небольшую, блин. Сиську, блядь, слишком долго. Здесь круг у нас сколько круга? Три круга. Здесь еще на выбывание. 11 километров. Сколько? Три круга. Все, отлично, едем вот тут. И здесь повороты такие, как раз ламба. С просто 100% управлением. Сейчас отлично будет справляться. Кстати, с нами еще одна ламба. Кстати, смотрите, у ламбы рейтинг немножко тоже упал уже. Было вообще 5-5-5 огоньков, видите, а сейчас 2. Ха, прикол. Не, ну скорость, конечно, в ламбе. И управляемость, ты шо. Звук, конечно, как у какой-то пескливой бабы. Ну, это такое. Кстати, по-моему, за нами тоже ламба едет. Это будет битва ламб. Пацаны, видите, это будет битва ламб. А нет, это корвет несчастный. Видно, корветы здесь нормально наваливают. Опа. Нету просто смысла по этой сокращалке, пацаны, ехать. Потому что она только наоборот как бы не сокращает, а еще добавляет тебе пути. Видите, потом здесь не так, то все. Здесь тоже нужно думать в этой игре, потому что есть такие... Как бы смотришь, о, вроде бы открыта сокращалка, но это не всегда сокращалка. Так, я отстаю.
Вот он тоже лайфхак, можно подбить. Блять, остановку сбили. Теперь бабка не сядет на автобус. Ну ничего, посиди дома. На, бочечку на кого-то там сбил. А нет, им похер. Они танки, блядь. Танки грязи не боятся. И они поехали себе. Да, занесло, занесло, занесло. Такс, 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 такс. Хорошо. Идеально. Бля, нитро кончилось. Вот и ламба. Кстати, я так и не понял, это ламборгини какая? Вот это самая первая или это уже вторая прокачанная, Галларда? По-моему, это самая первая. По-моему, это самая первая ламба. Че у нас, корвет вы? О, видите, это, кстати, вот. Вот эта ламба не такая, как у меня. Вот это, по-моему, Галларда у него. А у меня этот, короче, Чичелли или как там его. Я не помню. Корвет или ламба выбудет? Или я? Ламба выбыла. Ли на ламбе. Вот это всегда я в этом повороте. Я всегда хорошо захожу в него, не знаю почему. Ну, таранюсь, конечно. Сейчас будет битва с корветом, битва с кроссом. Блин, что меня здесь заносит? Я не пойму никак. Хорошо. Накапливаем, накапливаем нитро, накапливаем нитро. Оно нам еще сейчас пригодится очень сильно против битвы с этим корветом. Мы остались вдвоем, братишка. Сейчас посмотрим, какой ты у нас корветик. Классный ты у нас или нет. Вот здесь нитро, вот такие моменты вообще просто хорошо залетают. Нам нужно ускориться. Так. Вроде бы корвета немножко подкосило. А вроде нет, блядь. О, спасибо, братишка, спасибо. А! Финишная прямая. Блядь! Я очень испугался, вот это было близко, вот это было близко. Так, ну что, четвертый. А что у нас по времени, кстати? Впереди у тебя номер четвертый, Джей Ви. Его тут любят. Победишь, полюбят тебя. Но не тяни с этим, а то все решат, что ты трус. Блять, какой трус. О чем ты говоришь? Да, все, мы продолжим это уже, победим этого. Говорю, вся серия ушла на эти 7 гонок. Но зато мы уже их затащили. Последние вообще прям видели. Тилька-тилька чуть ли с этим корветом. Чуть корвет первый не прошел. Потому что я сбился. Так, у нас... А, у нас Галларда уже. То есть у нас последняя. А ну, пацаки, на секундочку, я съезжу в магазин, посмотрю, какая у нас ламба. Последняя это Галларда или нет? По-моему, Галларда это, по-моему, последняя как раз. Ух, ебать, что это такое? Что это ты, Ташка, приняла? Что это ты, Ташка, приняла? Смотрите, она как угорелая. Я просто ее похвалил, походу, или начал хвалить эту ламбу. Говорю, здесь смотря какая гонка, блядь, машины по-разному себя ведут. Вот в такой езде она вроде бы вообще летает, а... В гонке что-то себя не очень сильно показывает. Ладно, такое уже. Так, хочу посмотреть. У нас, по-моему, самая последняя. Вот это я потом Каррера хочу купить. Тему. Макларен я тогда покупал. Или вот эту вот, я еще решу. У этой скорость максимальная намного выше. Но управляемость хуже. Это и ускорение лучше. Или это этот Ford GT, не знаю. А, вот последняя, вот. Галларда это первая. Да. Видите? Я не знаю даже, что круче. После JV. Я, кстати, уже эту могу купить после JV. А здесь после третьего могу вот эту купить. Мне нужно будет решать. Наверное, Porsche все-таки, потому что Porsche я никогда не брал. Все, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и ждите следующую серию. Мы уже сделаем этого JV и, надеюсь, заберем его доджа. Все, всем спокойной ночи или доброе утро. Смотрите, когда вы смотрите. И еще раз всем спасибо, всем пока.